все остальное рыцарям будет делать можно. Еще раз обращаюсь к тем, кто сидит на холме. Не сидите на холме. Встаньте, пожалуйста, для вашей личной безопасности. Поднимитесь, да, не сидите. Это очень травмоопасно. Мы предупреждаем, 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 и люди, в общем, слушают. Мы бы не хотели делать лично из вас показательный пример, да, когда 120 килограмм металла улетит в вас на скорости, там, 60 метров в минуту. И будет, не будет не то, что вы хотите. Вы не думаете о себе лучше, чем есть на самом деле. Лучше две минутки постоять. Ну что, первая сходка у нас произойдет между командой вот у деревянной стены в красно-синих котах. Выстроилась команда Варги. Давайте похлопаем им. Вот эти бойцы шикарные. Их противниками будет команда в красных котах с белыми крестами. Это команда Тавры. Давайте похлопаем Таврам. Видите их геральдический буйвол красный на черном фоне. Ну что ж, бойцы готовы. Судьи готовы. Зрители готовы. Поддержите аплодисментами бойцов. И сразу тавры устремляются в атаку. Огромная, тяжелая металлическая рать схлестнулась, чтобы превозмочь другую такую же группу. Пара рыцарей опасно стоит возле рва, возможно, даже кто-то сегодня отправится прямо в рот. Двое бойцов уже на земле, но схватка продолжается. Стоп-бой. Со счетом, видите, 4-1. Побеждает команда Тавры. Давайте поаплодируем нам.